Всем привет! Сегодня я хочу отправиться в отель, который называется «Дверь». Просто нельзя заходить в этот отель, если у нас нету одного IQ. И так вот, я прошел IQ-тест, у меня оказалось немножечко меньше, чем нужно. Поэтому я сейчас зайду к подписчикам. Может, у них найдется по очку IQ. И они мне помогут? О, они как раз-таки сидят все в звонке. У вас не найдется пару IQ, чтобы пойти со мной в отель, а то меня туда не пускают. У меня 2 IQ, я тебе могу один дать. Замечательно. Погнали. Я заказал билетик вот сюда. Правда, мне не ответили, наверное, бесплатно. Добрый гусь, заходи. Ой, не туда. Вот у тебя, кажется, реально 0 IQ. Видите, нам даже дают подарки. Давайте я возьму зажигал. Будем поджаривать тут все. Какая веселая музыка, видите, сразу видно. Мощный, сочный отель. Не понял, о чем мы так быстро приехали? А где люди? И почему тут паутина? Звоночек! Сюда приходите, где эти ассистенты? О, может они там дальше пошли? Может они где-то в комнате 2? Комната 2? Что за комната 2? А мы в комнате 1 были? И где наши кабинеты были? И где ассистенты? У меня вообще-то багаж есть, целая зажигалка. Это VIP-отель, где услуги тут хорошие. Ой, что мне свет мигает? Ой. Я в шкафчик залезу, это мне страшно. Ой! Я почти успел. Это что за отель такой? А где бабки? Нет! Вот это отель пятизвездочный, нашему другу убили. О, смотрите, а чё? Просто на ручке висит, он же, по идее, ничего не закрывает. Чё он такой? А ты крутой. Взял отмычками, там все открыл. 18-я дверь, прикиньте, просто... и мы никого не нашли. Вообще, ух, мы нашли одного монстра. Я искал персонал, а не монстра, вообще-то. Монстр это есть уборщица. А, это уборщица? Она убрала баб вчера, потому что он на мусор похож. Опять какое-то мигание, я залезу опять в шкаф. Уборщица! Это была уборщица, которая решила убрать Бафти. Потому что он был не нужен. Бафтеру вообще-то обидно, наверное. Где персонал? Пятизвездочный отель. Может, директора найдем? У меня отмычки, Я их вижу, идите сюда. Отмычки? Ты в пятизвездочный отель отмычки принес? Да. На все случаи жизни и пригодилось, знаешь. Там глаз какой-то вылез из стены. Дай-ка я его поджарю зажигал. Ладно, пошли. Ну, лицо. Теперь пахнет гуськом. Жареным. Сколько глаз тут всяких. Ужас. Это кто? Это камеры? Много камер как. Она будет резня. Не, я не думаю, что это камеры такие прям. 38-я дверь уже, смотрите. О, вот это уже настоящий отель, смотрите. Старинный, средневековый. Это директор. Директор заведения. Да, где директор? Поставили 5 звезд. Это директор. Ну, я там такое не подписывался. Он хочет, чтобы мы поставили 5 звезд, бегите. Бежим! Где же? Я пробежал. Фу. Ужас, директор тут. Я на 46-м. Вы где? Сейчас иди за мной. О, какие дорогие картины. Давайте их воровать. Хотя ладно, воровать нехорошо все-таки. Это что такое? Где мы? Сейчас иди плачем. За мной. Я тебе покажу. Тихо, стой. Там. Это повар. Мы встретили повара этого. О, ты должен будешь там сидеть, тогда он тебя не достанет. Дальше ходи. Сиди здесь, не ходи. Ты можешь поворачивать лицом, но не нажимай на кнопку. Не ходи. Просто мне тут сидеть, да? Ладно. Я попробую ввести пароль. Нет. Как выйти отсюда? Иди сюда, там есть кнопка. Либо нажми на зеленую кнопку, Быстрее. Нажимаю, что теперь? Как выйти отсюда? Выходи, да. Все, я вышел, я смог, я понял. Как. Так, ты, значит, знаешь весь пароль, который вон там слева, да, у тебя теперь? Ты можешь его ввести и все. Мне не хватает одной цифры, но мне на нее все. А, ты разберешься, да, с ней? Так, давай, я слежу за ним, а ты вводи. Ты расскажи, если он будет идти сюда. Хорошо, скажу. Он идет. Если что, Саня, он тебя сейчас съест. А, нет. Или да. О, все, погнали. Правильно? Погнали. Давай. Вот это ты молодец. Так, нужно нажать на рычаг и отпереть эту дверь. Давайте. Я нашел рычажок. И я люблю рычажки нажимать.
А я так не хочу. Что? Ты как ее так забросил? Жестко, так далеко бросаешь железяку. То самый ближайший шкафчик. Ух, садись в шкаф. Ух, шкаф. Я залез. Таня, опять нет. Уборщица? Опять уборщица, да, вижу. Да. Ух, там был шкаф, когда мы его не голосили. Мы его не занимали. А что со мной в коробке? Фух, еле вылез. Быстрей. Тело нанес? Нет, у тебя было. Ух, там шкаф, там шкаф. Залезай в шкаф. Фух, еле успел. Последнюю миллисекунду. О, шкаф, ух, шкаф, 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 шкаф. Тоже шкаф. Штука может не сказать, и она может появиться просто так. Нет, Саня! Нет! Нет. Ну тут мы должны пройти в честь Саня. Да, мы должны. Мы потеряли слишком много людей. О, шкаф, шкаф, шкаф. Я в этот шкаф захожу. Опять эта уборщица что-то часто бежит. Мне плохо. Меня выбросило. Ай, как больно. Это фейковые уборщицы, капец. Нас обманули. Это не фейковая шкаф. Фух, еле успели. Ой, мы уже на улице? Куда мы сбежали? А, нет, тут мы не можем сбежать. Нет, я тут его не разбежал, но мне кажется, он здесь может появиться. Так, темная комната. Подожди, мы где? Моя зажигалка почти кончилась. Моя еле зажиглась. Ухо, вернись, посмотри, вверх, вниз. Шкаф, шкаф, ух, шкаф. Я не могу найти. Вон, сзади тебя, вон, быстро. Залез. Он едет, он едет. Меня просто выплюнуло. Фух. Зажи глаза. Глаза. Три, два, один, побежали. Я успел найти. Короче, готовимся. Куда бежать? Ура, я прошел. А вы прошли? Кто-нибудь прошел? Он бежит. Фух, втроем прошли, да? Молодцы, молодцы. Ой, там слишком темно, не заходите. Это мой шкаф. Нет! Бабся, вон там шкаф. Залезай! Залезай! Два раза! Влезай, влезай, влезай! Влезай! Залезай туда! Влезай надо сюда! Влезай, вылезай! Залезай обратно! Бабся, вылезай! Вылезай! Залезай! Что происходит? Молодец! Красава! Вылезай, вылезай! Тебе дался чип, значит он... Фух! А где остальные? А, один только. А, еще один потерян. Был потерян. Залезай, залезай, залезай. Залезай, залезай. Да последний. Нет! Да. Я успел! Красава. Сотая дверь, наконец-то. Хотите нажать на кнопку эту? Ты сразу же. Все, зажимай. Все, и налево. Shift нажимай, shift. А, ну ладно, и так. Ну туда, в лифт заходи, который вот этот. Что так, теперь? Вот, ключи нужно взять. И идти вниз. Понятно. Направо? Направо, направо. Там вот. Оп. О! В лифт? Да, в лифт. Бегите, бегите. Туда, бежим, налево, бежим, налево. Как можем. Надо не оглядывать. Почему? Там даже можно оглядываться. Все, нажимай на кнопку. Все, ура, мы в лифте. Ой, он сюда прибежал. До свидос. Ура, мы выиграли. Сейчас будет Эль Прима. Ты же жесткий. Где Эль Прима? Какой Эль Прима? Сейчас увидишь, сейчас увидишь. Че? Не, все, мы выбежали. Только мы почему-то вниз спускаемся. Да, 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 все хорошо. Ура, хорошая концовка. Будет жесткий. Ой. Да что это такое? Это Эль Прима. Эль Прима. Да-да. А, все, он упал. Нет, а что мы падаем? Нет, так не хочу, что? Так я не хочу. О, нет. Жизнь. Напишите в комментариях, этого хватит на шоколадку.
На этом все. А сейчас вы можете посмотреть видео, где мы убегали от радужных друзей в Роблоксе. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.